Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Фигуристки из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, принимающие участие в чемпионате Европы в женском одиночном катании, провели на льду арены Тандераба в Таллине первую официальную тренировку. Согласно расписанию тренировок, россиянки провели занятия на запасном льду арены параллельно с выступлениями мужчин с короткими программами. Фигуристки исполнили почти полноценные прокаты произвольных программ. Первой на лед вышла чемпионка мира Анна Щербакова. Ученица Этери Тутберидзе во время прогона произвольной программы под музыку исполнила чисто все элементы, выполнила четверной флип, каскад тройной флип, тройной тулуп, два двойных акселя, каскад тройной лупс, тройной ридбергер, каскад тройной флип, тройной сальхов через ойлер и тройной лупс. Александра Трусова без ошибок исполнила четверной флип, каскад двойной аксель плюс тройной тулуп, а также тройной флип плюс ойлер плюс тройной сальхов. Также во время прогона под музыку Трусова дважды упала с четверного лупса и допустила бабочку на сальхове, сдвоив прыжок. Вне прогона под музыку Александра чисто исполнила сложнейший каскад четверной лупс плюс тройной тулуп. Камила Валиева во время прогона произвольной программы под музыку упала с тройного акселя, все остальные элементы были выполнены чисто. Валиева без ошибок исполнила четверной сальхов, четверной тулуп плюс двойной тулуп, тройной ридбергер, четверной тулуп плюс ойлер плюс тройной сальхов, тройной флип плюс тройной тулуп, тройной лупс плюс тройной тулуп. Также Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева узнали свои стартовые номера на короткую программу чемпионата Европы в Таллине, Эстония. Ученицы Этери Тутберидзе начнут выступление с первыми прокатами завтра, 13 января. Старт короткой программы запланирован на 12 часов 15 минут по московскому времени. По итогам жеребьевки, Александра Трусова появится на льду под 31 номером. Сразу за ней выйдет чемпионка мира Анна Щербакова 32-й. Камила Валиева выступит предпоследней, под 35-м стартовым номером. Короткую программу у девушек будет закрывать представительница Бельгии Луна Хендрикс.